тут случилась у нас такая ситуация. В 17 году, 7 августа, у нас это все прорвалось здесь. Все текло во двор, между нами домами 49-й А и наш. Мы писали две шапочки генеральному директору водоканала и в прокуратуру, они ничего не отреагировали. Потом 28 марта мы также писали уже этого года, тоже не отреагировали. Получается, во вторник, у нас в субботу протекло здесь все полностью. Они не приехали, приехали к нам во вторник, разрыли здесь все. Должны были поменять трубу нам, ничего не делают. Тракторов, КамАЗов не выделяют, говорят, водители полупьяные, как они нам сегодня было сказано. У меня вчера провалилась машина. Сегодня они закопали эту грязь, мне не выехать. Я беременна, с маленьким ребенком. Ничего не хотят делать. Я не знаю, куда Россия катится. Может, хоть вы нам поможете?